На этой неделе начинается запись детей в первые классы. 20 января в субботу родители смогут заполнить электронные заявления на сайте Управления образования столицы или обратиться в офисы многофункционального центра «Мои документы». Выходной день выбран для удобства родителей. Стоит отметить, что 20 января будет открыта запись в 11 школ. Классическую гимназию АИКГАТА, Саха-Корейскую школу, Саха-гимназию, Политехнический лицей, средние школы номер 1, 5, 16, 17, 31 и 33. Запись в остальные откроется 1 февраля.